Привет всем. Разбирал тут мебель ГДРовскую. Снизошло на меня счастье в виде двух маленьких брусочков ясеня. Вот он. И пару реек ореховых там было вклеено почему-то. Обычно в такие места елку лепят, чтобы дешевле было. Ну, ГДР. Ну, добавил тут, как обычно, бука. Здесь склеено с брусков. Здесь сегменты, закрытый, открытый, открытый и дно. Ну, сейчас будем это все дело обтачивать. Ясень еще в жизни не точил никогда. Когда-то надо начинать же. Правильно, не? Ну, поглядим, что с этого получится. Ну что, как обычно, будем разглядывать вот такой вот красивый ясень получился. Орех тоже одноцветный, правда, чуть-чуть переливается. А ясень с буком, классно они сочетаются. Теперь понятно, почему у Ивана Баева мебель вся красивая. С такими деревяшками, это не елка, блин. И тут тоже вот узоры природные.
Классно. Вот такая вот чашечка получилась. Уже дома ставить некуда их, блин. Это не отдам никому, это будет. С трех пород дерева это уже что-то покруче. Вот такая вот красотища. Ну что, будем заканчивать. Кто может, делайте тоже такие красиво. Получается, эти сегменты можно, что только, что придумаешь, можно слепить в кучу. Ну, всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.